Привет, друзья, с вами Бол, и мы играем в SkyWars на сервере Майнкрафта. Давайте, ребят, начнем! Так вот, ребята, вот вы спросите, почему я на SkyWars, и почему я начало не записал? А я не записал из-за того, что просто я... Мне позвонил телефон. Я что-то какой-то остренький. Так, блин, я сейчас там чуть не упал. Так вот, и меня просто не записало с самого начала, где пробормотал практически все начало. И поэтому приходится начинать как-то так. Так, стопэ. Я что, алмаз там не подобрал или что? У меня алмаз есть, по крайней мере, здесь. А насчет того алмаза я без понятия. Здесь у нас все пусто, он срубил все подчистую, он использовал, так сказать. А вон алмазик, кстати, сейчас мы сможем сделать себе алмазный меч и довольствоваться этим. Так, мы копаем. Именно так. Теперь мы, в принципе, можем скрафтить мечик, только нам надо добыть дерево. Вот так, все. Блин, надо еще один дуб добыть, лишь для того, чтобы просто верстак сделать. Все, у нас все это есть. Мы сейчас по-быстрому крафтим верстак. И надеюсь, мы сможем что-то противопоставить. Так вот, почему именно сейчас я начал... Решился записывать Майнкрафт? Решил за того, что канал вот сейчас просто пустует, и мне нечего на него выкладывать. Пашкунтик Плей сейчас в данный момент не записывается из-за того, что я особо-то не играю, а играю в основном только в WWE, а играю там один, и особо смешных моментов там нету. Именно поэтому там особо сейчас записать мне и нечего. И добавок мало времени, как-никак я 9 класс, мне как-то выпускаться надо будет каким-то образом, я сам не представляю как. То мне придется выпускаться из школы, по которой будет, наверное, скоро ролик про мой класс, скорее всего, выйдет ролик, где я рассуждаю полностью там свой класс и все такое. Но расскажу на это, скорее всего, будет потом и, скорее всего, маловероятно. Поэтому, ох, тоже здесь еще алмазик. Так вот, в чем суть-то? Канал просто пустую сейчас. Вот сейчас я сделаю этот ролик для того, чтобы хоть что-то на нем выходило. И разные видосики по Майнкрафту будут выходить раз в неделю на канале. Так, надо пойти туда. И я не знаю, надеюсь, понравится то SkyWars, то Bold Battle, то Bad Wars. Разные игрушки будут выходить. Прошу прощения, ребят, мне просто позвонили на телефон, не пришлось установить запись. Здесь пока что все равно ничего интересного не происходило, пока что меня не было. Именно поэтому сейчас я не знаю, нам что нужно делать. Нам нужно добывать себе дерево для того, чтобы хоть... Стоп, а у нас есть топор? Что-то не помню. Кстати, все сундуки обновлены. Блин, у нас все это есть. Опа, шлем у нас. Опа, яички. Так, ну все, печеньки. Все, мы, в принципе, у нас мы контролируем с собой два острова. А, я что-то застрял. Бляха-муха. Мы контролируем два острова. Этот и того чувака, который пытался на нас напасть. Сейчас мы обутаем его сундучки. Кстати, я ему очень благодарен. Стоп, не нужно немного перекусить, а то как-то вообще не айс выходит. Так, мы снежки с яичками сюда. Это алмазик сюда. Ага, блоки мы вот эти берем вот так. Все располагаем. Здесь у нас сундук с киркой на удачу. Мы меняем так. Меч нам не нужен такой. Кстати, ботинки нам. Ботинки как-никак все равно погоду сделают. Пол брони да прибавят. Так. Чё нам? У нас, считай, ничего особо-то и нету. Поэтому нам нужно добиться досок. Досок. Сейчас мы срубим вот эти дубы. И, в принципе, нам хватит дерева для того, чтобы добраться вон до того соседнего острова справа. И надеюсь, мы сможем хоть что-то сделать в этой катке, хотя бы что-нибудь значительное, или хотя бы убить еще одного челика. Поскольку убить только одного и как-то криво даже убить. А, ё-моё, меня выкинули! Конечно, в крысу прибежал. Я никак не могу сказать, только в крысу. Буквально вот прям в крысу пришел и меня убил. Я только так могу это назвать. В крысу. Вот он мне... Ненавижу его, он пришел ко мне просто в крысу и убил меня.
Ладно, ребят, давайте переходим, в общем, к следующей игре. А на это мы уже положим большой ластиковый карандаш. Так вот, ребята, в общем, это уже вторая игра. Скорее всего, это будет заключительная игра. И будет уж по две игры, считай, в каждом видео. В принципе, это будет рациональный растратор времени. И видео по Майнкрафту будет, как говорил я, выходить раз в неделю. Мне кажется, будет рациональное решение. И просто будет замечательно. И также видео по Майнкрафту могут выходить там то же самое, блядь, не знаю, всякая фигня может выходить, короче. Но главное, видео будут выходить. Это самое главное, по мне так. Так, у нас есть вот такую кирку, мы себе берем. Вот это себе отдать, нет, вот это мы берем. Что у нас здесь есть? Нам сразу, чтобы к нам не пришли. Ну, вот так сделаем, вот так, 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 так. Блин, у нас ничего нету толком, понимаете, это обидно. То, что у нас мало вообще чего есть, мы даже достроиться не сможем нормально до кого-либо. Нам остается либо только ждать, пока к нам кто-то придет, либо самим идти именно строиться. Скорее всего, нам придется строиться этим. Сразу говорю, я не собираюсь делать какие-то 100 моменты. Чувак, ты даун. Ты даун, чувак. Чувак, видишь, не отрицаю то, что ты с какими-нибудь отклонениями, но ты даун, чувак. Ты пришел на остров, где человек еще сидит, живой. Мальчик. Ты, конечно, я не знаю, как тебя назвать, но все равно ты туповат чуть-чуть. Ты просто, я не знаю, как тебя назвать. Ты пришел на тот остров, где буквально я вот только секунды 3 или, ну, секунд, ладно, секунд 10 назад спустился в подвал. Ты видел, я даже на шифте не стоял. И ты просто тэпнулся и просто спокойно лутал сундуки. Чувак, я тебя обожаю, спасибо за киллы и за монетки, которые я получу в конце игры. Хотя я даже не знаю, кстати, что с ними делать или как вообще что-то на них покупать. И серверы, если хотите, я оставлю только после достижения, наверное, 5 лайков в описании. Какой нафиг я буду выпрашивать лайки, все равно не поставите лайки. Так вот, я просто... Если попросите в описании, это в комментариях, да, в комментариях, я вам скину в комментариях там или куда-нибудь скину, в общем, название, вот это, сервер, опишник. Так вот, зачем я вам голову-то заморачиваю? Вы, наверное, уже сами запутались в моих словах. Поэтому я не хочу вам пудрить мозги. Я и так уверен, что меня вообще мало сейчас кто смотрит. Но в любом случае, сейчас я надеюсь, то, что я хоть влияние на игру хоть какое-то окажу, помимо того, то, что я просто подарю каким-то мудакам свои вещи. Ох, ты же здесь у нас есть вот такие вещички, которые не очень по мне так нужны, лично мне. Так, здесь еще сундуков больше нету. О, топ-домик. Самочувствие, когда даже вот такой поломный домик выглядит намного лучше, чем все что-либо другое. Так, считаем, нам как-то надо на шифте пробраться на центр. Так, мы потихоньку простраиваемся. В принципе, мы, конечно, никого не происходим. Это что было? Спикеры, ненавижу вас. Так, сейчас мы осматриваемся, там человек. Мы сейчас тихо. Опа-опа-опа-опа! У нас преимущество, мы ему больше хп сняли. Мы убили его. Так, ну мы его убили. Это очень-очень топовая ситуация. Так, кстати, вот она, штучка прикольная. Одна из лучших штучек, меч на заговор. Нафиг мне он, это нафиг. Ох ты ж, какой лук. Fuck you. У меня лук на силу 3. У меня броня намного лучше, чем у тебя. Йоу, я победил, ребята!
Офигеть, конечно, потно. Я сам толком не умею играть в SkyWars, и я победил 55 монет. В общем, ребята, если вам понравился этот видеоролик, то не пожалейте, поставьте лайк, поддержите меня, напишите, нравится будет вам формат, то, что будет выходить ролик по Майнкрафту раз в неделю на моем канале. Надеюсь, вам понравится это. А с вами был Пол с будущими хорошими новостями в следующем ролике по Майнкрафту. Ребята, всем удачи, всем пока! Что это за хуйня была? Dun 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 dun